А мы не зенитчики, мы зенитчицы. Кто воевал, кроме вас? Обижайте, товарищ старшина, мы стрельные. Выбрать 4 бойцов из своего отделения. Я стрелять умею. Отец учил. Деревенская, что ли? Ну да. Знакомься, Алексей, моя дочь Евгения. Маму, сестру, братишку. Всех из пулемета уложили. Я все видела. Я в Москве училась, к сессии готовилась, а тут... Что в самом деле? У меня мама медицинский работник. Галя! Галя! Нету мамы. Война есть. Сынок у меня там. Наша задача – догнать противника, захватить его в плен. Короткими! Огонь! Стоять! Нет пути назад! Здесь тихие.